взяли кредит, взяли, мы поменяли крышу, поменяли окна, поменяли дома межкомнатные двери, построили гараж. А в 2005 году дом был в совсем другом состоянии, рассказывает Сирена Ярулина. Его семье выделил совхоз по предварительному договору. Условия, казалось бы, просты. В течение 10 лет у работников зарплаты удерживают определенную сумму, а после дом отходит им в собственность. Но прошло 10 лет, а дом так и не в собственности. Второй раз нам дали договор уже, ладно, поверили. А потом дайте нам документы, когда мы спрашивали про документов. Документы на земле нету, тудым-сюдым. Вот так нас опять лапшу вешали. Либо продолжать платить и работать на прежних условиях, либо остаться без дома. В такой ситуации сейчас оказались 7 семей села Бедьки. Все они работники общества «Эр-Агро». У нас сначала родители работали с 5-го года. В 10-м году отец умер, мать осталась работать. Потом мать умерла, и муж остался работать. Заставили уж работать, как по наследству. Предложили вариант доплатить за это. Недоплата. Остаток. Да, остаточную. Он говорит, так нельзя. Нам нужны трудовые кадры. Основному договору быть, говорит инвестор «Эр-Агро». Задержка оформления домов в собственность произошла из-за оставшейся невыплаченной суммы. Решение принято. Мы дали им основной проект, основной договор для подписи. Они должны были ее подписать. Пока не знаю, я при курсе, но должны были подписать. Там условия очень хорошие для них. И потом они пойдут оформлять эти дома в собственность. О проблеме знаем, людей понимаем, утверждают в местном исполкоме. По словам руководителя, оказать помощь работникам готовы. С инвестором общества об этом уже говорили. Со стороны инвестора, как мы знаем, проводятся работы сейчас по регулированию этого вопроса. Понимание района в этом есть. Мы видим, что вот эти же люди, которые ранее работали, также сегодня же продолжали в этой же системе работать. Завтра между обществом и работниками состоится суд. Возможно, там дилемме и найдут решение. Зарина Ахметова, Ильшат Аюбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Тукаевский район. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.